Мариночка, насчет гамм хочу тебе показать. Вот твоя основная ошибка. Смотри, ты играешь, идет поворот, а потом ты раскручиваешь ручку к пятому пальцу. То есть у тебя лежит рука на пятом пальце вся. Ты вот что делаешь. То есть у тебя вот эти пальчики все вот так встают на клавиатуру. То есть ручка должна быть, вот как будто держишь там яблочко или что-нибудь. Вот я взяла там какую-то игрушку. Знаешь, у тебя все время должен быть вот такой вот шарик на руке. Вот видишь, пятый палец должен встать кончиком. Вот я вот здесь покажу, там плохо видно с той стороны, чтобы он вставал, видишь, не валился, а самым вот кончиком своим играл, самими кончиками. Вот это важно очень. Теперь смотри, первый пальчик как бы на краю играет, все остальные у черных нот. Вот там вот все идут. И подворот. Теперь смотри, первый палец идет. Видишь, он сам от до на... Он уже туда нацелен. Вот этого быть не должно. Теперь вся рука переходит, видишь, в позицию. Видишь, рэ, где играю, видишь, вот там, не здесь. Опять подворот. Видишь, все пальчики у черных, а первый на краю. Как бы вот одна линия для первого пальца и более, ну, ближе к черным, все остальные. Вот это обязательно. Значит, как по позициям поиграть еще, смотри. Понимаешь? Два взяла, перенесла, и вся рука переносится дальше. Поняла, да? Такая же история в правой руке. Пожалуйста, последи, чтобы первый палец работал самостоятельно, чтобы он сам поворачивался. Не рука крутится при подвороте, и локти никуда не вертятся. Вот только ручка идет. Такая же история, видишь, дальше. Смотри, снизу покажу еще раз. Вся, видишь, вся рука оттуда переходит сюда, вот за счет мышцы вот первого пальца. Такая же история, видишь, все перевернулись, не крутится ничего, и первый пальчик самостоятельно работает. Вот то же самое в правой руке. Вот главное, чтобы ты не выкручивала руки, когда играешь.